Здравствуйте, друзья! С вами Татьяна и мой канал «У меня в садочке». Хочу порекомендовать вам замечательное комнатное растение под названием шифлера. Оно относится к семейству оралиевых. В природе произрастает в Австралии и Юго-Восточной Азии. Это небольшие кустарники и деревья. Не ветвятся, обрезка снижает декоративность растений. Поэтому для создания эффекта куста высаживают в один горшок несколько растений. Я вот этого не знала в свое время. Обрезала свою шифлеру, оставила невысокий такой штамбик. И вот вы видите, что у меня появились два побега, направленных в противоположные стороны. Они фактически горизонтально расположены. Пока моя шифлера достаточно красива. Неплохая такая форма, оригинальная. Многие обращают на нее внимание. Но это ненадолго. Так что рекомендую все-таки не обрезать свои шифлеры, а если вы их обрезаете, имейте в виду, вот, как она потом себя дальше будет вести. Шифлер есть несколько подвидов. Они различаются по размеру, по цвету листьев. Бывают маленькие, небольшие карликовые растения, бывают огромные, массивные, кадочные шифлеры. У нас вот тут шифлера древовидная, пестролистная. Достаточно неприхотливы шифлеры. Любят свет, но с защитой от прямых солнечных лучей. Очень любят воду. К почве не особо требовательно. Достаточно им будет дерновой земли в перемешку с перегнойной, ну и с песочком еще. 2:1 и еще к одному. Листья у шифлер имеют такую пальчато-рассеченную форму. Они разделены долями. Долей может быть разное количество у разных видов шифлер. Вот у нашей 7-10, у других шифлер по-другому может быть. Некоторые владельцы шифлер сталкиваются с такой проблемкой. Растения в зимний период начинают сбрасывать листья или доли листьев. Так ваши растения реагируют на недостаток освещения. Достаточно переставить растение в более светлое место, и листопад прекращается. Но иначе шифлера может посбрасывать всю листву. За исключением этого не очень приятного момента, растение, в общем-то, неприхотливо. Почаще опрыскивайте его, это тоже поможет избежать листопада. Размножается шифлера черенками, семенами. В продаже можно купить семена шифлер. Я вот однажды покупала, но у меня вот как бы получилось так, что семена были заявлены как шифлера древовидная, а выросла лучелистная. Это здоровое такое огромное кадочное растение с огромными листьями. Я ее потом подарила соседке. У нее все-таки трехкомнатная квартира. Черенки укореняются легко, просто в чистой воде. Что еще нужно иметь в виду? Растение ядовито. Поэтому подойдите к его расположению продуманно. Подальше ставьте от детей и животных. Вот несмотря на все это, шифлера очень популярна. Растения, вот которые здоровые растения, они выглядят богато, шикарно выглядят из-за своих восковых листьев, к тому же которые бывают весьма эффектных окрасок. Само по себе растение достаточно массивное, а значит оздоравливает атмосферу помещения. Неплохо, ощутимо оздоравливает. Можно смело рекомендовать это растение для начинающих цветоводов. Я думаю, вы с ними с шифлерами справитесь весьма легко. Могу порекомендовать еще, знаете, для подкормки ваших шифлер вот такое удобрение. Мне понравилось, как моя шифлерка отреагировала на него. Агрикол палочки для декоративно-листных. Там несколько таблеточек, вот таких палочек, засовываете просто в горшок с землей, и ваше растение будет обеспечено питательными веществами на протяжении 2 месяцев где-то. Очень удобно, мне понравилось. И моя шифлера стала формировать такие мощные, крупные, сочные листья. Было прям сразу заметно, что растению хорошо. Так что имейте вот это удобрение тоже в виду. Пока у меня все. С вами была Татьяна. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного про сад и огород. Пока.